Всем привет, дорогие друзья, подписчики, гости моего канала. В этом видеоролике хочу показать и рассказать вам, как легко и просто освободить много памяти на вашем андроиде всего лишь за одну минуту. Перед началом этого видеоролика прошу вас поставить лайк, подписаться на канал, поделиться этим видео со своими друзьями и написать хороший комментарий. И давайте начинать. Итак, для начала нам нужно перейти в приложение, которое есть на всех Android-телефонах, называется «Ускорение». Переходим. Это первое, что мы можем сделать, самое простое. После этого у нас очищается мусор. После этого мы можем нажать на кнопку «Очистить» в этом же приложении. Нажимаем «Очистить». Как вы видите, у меня вообще нет мусора, потому что я недавно очищал телефон, и потому что у меня он особо, там вообще ничего на нем нету, поэтому... Вот так вот заходите, очищаете. Это второй способ. Ну и третий способ, самый важный. Мы заходим в настройки, листаем вниз, находим кнопку приложения. Сейчас. Листаем вниз. Вот приложение у нас. Далее. Нам нужно нажать все приложения. Тут мы находим приложение, которое у нас занимает больше всего места. Как вы видите, у меня очень мало приложений, только базовое. И вы вот так вот переходите, например, в диктофон, нажимаете «Очистить кэш». И выбираете все вот так вот приложения, которые у вас есть, переходите и нажимаете «Очистить кэш». Галерея, диктофон, везде очищаем кэш. И после этого вы очистите память на вашем Android-телефоне легко и просто. Если вам понравилось это видео, если оно оказалось полезным для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, до новых встреч!